Юные, красивые, нарядные, в хорошем настроении. Мозырские лицеисты уверенно смотрят в будущее. Годы учебы они использовали по максимуму, чтобы овладеть нужными знаниями и реализовать свою мечту – поступить в ведущие вузы страны. Будущие филологи, физики, экономисты, химики. Победители, призеры всевозможных конкурсов и олимпиад. В этом году выпуск как никогда звездный. 25 претендентов на получение медалей. Совсем скоро и завтра оставит позади и лицейские экзамены, и лицейский выпускной. И мне очень хочется, чтобы 2 года, проведенные в лицее, стали залогом правильного выбора профессии, поступления в то учебное заведение, высшее учебное заведение, о котором вы мечтаете. А еще сохраните, пожалуйста, в себе вот ту детскую непосредственность, ту искренность, открытость, вот то настоящее, что у вас есть. И я убеждена, тогда все эти качества уберегут вас от каких-то нелепых поступков, от дурных людей и от неудач. Торжественную линейку по случаю окончания лицея решили посвятить году Малой Родины. Традиционно последний звонок здесь превращается в яркое тематическое шоу, одновременно радостное и грустное. Ведь прощаются практически с родным домом. И в этом доме всегда рады гостям. Разрешите от имени Мозырского районного совета депутатов, районного исполнительного комитета поздравить вас с этим праздником, последним звонком, с окончанием учебного года. Во-первых, хочу выразить слова благодарности вашей лицейской республике за достижение высоких показателей в учебном процессе, за сохранение тех добрых традиций лицея. Нашим выпускникам пожелать, конечно, терпения, удачи, чтобы все, что запланировали, сбылось, успешно сдать экзамены, пройти, сначала выпускной, потом тестирование. И самое главное, чтобы ваши цели сбылись. В сценарии последнего лицейского звонка много белорусской символики. Каравай, зерно, которым родители осыпают на счастье своих выпускников. Рушники, как оберег, и старая добрая традиция – присесть на дорожку. И хотя каждая торжественная линейка индивидуальна и оригинальна, неизменным остается то, что в конце учебного года на глазах многочисленных гостей здесь чествуют отличившихся учителей и их талантливых воспитанников. Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».